Anywhere in the world. Nastya. Забега произошла неожиданность. Финал не пробился лидер мирового сезона Екатерина Купина. Единственная пока спортсменка в мире, пробежавшая эту дистанцию быстрее 2 минут. Но в этом забеге четверо в забегах показали результаты лучше, чем 3 минуты, 2 минуты 1 секунда. То есть нас с вами ждет потрясающий забег. Алика Маланова сейчас впереди. 30 секунд, 200 метров. Спасибо, Сергей, и успехов! Кучно бегут, пока скорость не предельная, прямо скажем. Но это следствие того, что поначалу бежали не быстро. В тактике.